Я много раз видел, как поэт, наоборот, вбирает в свой поэтический лексикон, в свой способ говорения какие-то вещи, которые приходят к нему снаружи из чтения. Поэтому, с одной стороны, я говорю и буду говорить еще неоднократно, и даже еще вот на своей лекции там, про технологический сдвиг буду говорить о том, что писатель становится чем-то чем больше читателем, а с другой стороны, предупреждаю вас от того, чтобы не перечитать, да, вот как спортсменов просят не перетренировать мышцы, да, вот так же поэта следует удерживать от того, чтобы он перечитал, перетренировал. То есть чтение, это некоторым образом, конечно, тренировка.